Холодно.
Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место. Далеко. Но понять ничего невозможно.
Семейная фотография. Сделана в России в конце 50-х годов. Наверное, кто-то из них сидел здесь. Здесь что-то написано. Помните. Эти метки не на русском. Может, предупреждение? Их, похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красные что-нибудь? Там внизу вода. И, похоже, очень много. Золотая монета с изображением города. А это пророк. Похоже, это была официальная монета Китежа. Икона пророка, отлитая из золота. В городе начали развивать свой стиль, но икона все еще очень похожа на византийскую. Наверное, это часть механизма.
Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется. Это цистерна. На стене отметины. Уровень воды менялся.
По идее, теперь я смогу там проплыть. Древняя рукопись о дарах Земли.
Начались гонения на пророка и на его последователей. Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Собранная из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Пока что это никак не опустить.
должен быть способ забраться в старую тюрьму.
Надо найти пленника Константина. Он наверняка что-то знает. Thank you.
Записи. Кажется, в них указано какое-то место неподалеку. Кто-то идет. У нас гости! Пойдем. На нас напали! Разделитесь и держите ухо востро. Чужак! Старый советский трудовой лагерь. Троица полностью его заняла. В укрытие! Прочесываем и ликвидируем. Вперед! Нашла! Понял! Убью! Снова советская пропаганда.
Слушай, я на твоей стороне. Я отвечал за снабжение Троицы. А теперь хочу свалить отсюда. Они чокнутые. Я припрятал снаряжение, оно твое, если сможешь заплатить. Они не заметят мелких пропаж, но если что-то заподозрят или увидят нас вместе, я не жилец. На всякий случай мне нужна валюта, которую не отследить. Желательно золото. Как тебе такое предложение? Посмотрим, что удастся накопать. Это не ядерное оружие. Какой-то жуткий тип с изрезанным лицом по имени Константин толкнул речь о судьбе и какой-то штуке под названием «Источник». Теперь я вообще ничего не понимаю. Другие наемники психуют и нервничают не меньше меня. Но ребята, которые давно работают на Троицу, хавают эту чушь и просят добавки. Похоже на гребаную секту. Мы готовимся к нападению. На кого? Здесь есть люди, типа затерянные во времени. То есть конкретно шкуры, кожи, железные стрелы. А мы против них с боевыми вертолетами и крупнокалиберным оружием. Я, походу, вообще не в той эпохе. Thank you.
Холодно. Советские солдаты. Здесь случилось что-то ужасное.